Так, у нас сейчас будет урок Жакеев, Андрей Гулай. Вспомнит, как говорится, кровь потомков. Глубоко не засовывайте, глубоко не широкую часть. И одно, и второе. Если проваливается нога, лучше отпустить время и переставить. Поехали. Не 20 тысяч прибавил. Андрей спокойной походкой верхом на орловском рысаке прогуливается вместе с помощником Эльбрус, которого зовут, по московскому ипподрому. Непринужденно беседуя о жизни прекрасно чудесной, удаляется вдаль. Лихой, но не молодой казак Андрей Гулай. Но он как будто прям прирожденный жокей. Сегодняшняя наша экскурсия по московскому ипподрому организована благодаря Ольге. Ольга – это ветеринар и большой любитель лошадей из села Слобода Воронежской области, где ведет свою деятельность на Хреновском конезаводе, где выводится или разводится орловская порода рысаков, орловский рысак. Ну что, еще я желаю? Не, хорош, спасибо. Итак, Андрей заканчивает. Область времени, освобождаем ноги сперва. И слезайте, да, если у вас левая нормирована.
Влад, ну? Агитовка будет. Не-не-не, ты давай. В следующий раз. Да. Спасибо. Смены позиции.